7 декабря 2016 года на некоторых перекрестках города светофоры начали работать в новом режиме. Изменения коснулись четырех из них. Улица Борьбы, улица Кузнецова, улица Борьбы, улица Лихачева, проспекта Победы, переулка Юнатов и улица Томилова, 4-й пятилетки. На этих перекрестках, на светофорах введена новая отдельная фаза для пешеходов. То есть, если раньше в одном направлении для водителей горел зеленый разрешающий, который разрешает поворачивать и направо, и налево, в это время пешеходы осуществляли переход проезжей части. То в настоящее время на этих перекрестках исключено одновременное движение в границах перекрестка пешеходов и водителей. То есть в момент работы фазы светофора для пешеходов одновременно для пешеходов со всех четырех направлений включается зеленый разрешающий сигнал. Всем автомобилям с четырех направлений в этот момент горит красный запрещающий сигнал. Далее светофор начинает работать в пропускном режиме для одной улицы, затем для второй, и потом снова включается фаза для пешеходов. Светофоры пока работают в тестовом режиме, и временные промежутки фаз будут корректироваться. В будущем абсолютно все регулируемые перекрестки перейдут на новый режим. Эта работа проводится в связи с изменениями в ГОСТ, которые запрещают пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе цикла светофорного регулирования. Что нужно делать? На самом деле никакой путаницы нет. На самом деле все очень просто. Просто многие и водители, и пешеходы движутся по привычке. Нужно смотреть на сигнал светофора. Если автомобилем горит красный, значит, нужно стоять. Если пешеходом включился зеленый, нужно двигаться. Нужно смотреть, пешеходы смотрят на пешеходный светофор, а водители движутся в соответствии с требованиями транспортного светофора. Сотрудники госавтоинспекции призывают быть внимательными и водителей, и пешеходов.